новоселке ЖК София Нова. Сегодня будем выполнять сантехнические работы. Так, поднимаемся. Итак, от застройщика у нас стены силикатного кирпича и газоблока. Стояк холодной воды и канализация. Стояк канализации. По расположению будет у нас ванная, умывальник, напольный унитаз, полотенцесушитель комбинированный, то есть это будет он как электрический, так и от отопления. И стиральная и сушильная машина. Сделаем переборку стояка канализации. Так как от застройщика у нас имеется всего лишь один 110-й косой выход. Переборку стояка канализации и штробление стен. И монтаж водопровода будем выполнять с помощью пресс-фитинга металлопласт. И по кухонной мойке, и посудомойке. От застройщика у нас вывод труб есть, опрессуем. И сделаем вывод канализации. Так, приступаем к работе. Итак, результат проделанной работы. Подключили полотенцесушитель к системе отопления, к газовому котлу. Вот наш полотенцесушитель комбинированный. В нижнюю часть полотенцесушителя будет вкручиваться ТЭН. В зимний период времени, когда будет работать система отопления, газовый котел будет работать и полотенцесушитель будет теплым. В летний период времени будет включаться ТЭН в розетку. Выглядит все это дело вот так вот. Установили водной кран. Ну а после водного крана установили редуктор на холодную воду, магистральный колбочный фильтр и сделали разводку. Выполнили переборку стояка канализации, то есть у нас отдельно сходится ветка с ванны и с умывальника в стояк, отдельно выход на унитаз и отдельно для стиральной машины и сушильной машины. И на кухне выполнен вывод холодной и горячей воды.